Командор. Остерегайтесь засад. Эти пожиратели появляются без предупреждения. Let's go.
слышим. Еще одна победа. Ничто не сможет помешать правильным воинам. Поздравляю с победой, командор. Ангелос, конец связи. Глубокий порез. Чуть глубже, я потерял бы глаз, как капитан Тул. Как капитан Тул потерял глаз? Он никогда не отвечал, когда мы его спрашивали. Это все его скромность. Глаза он лишился на Кронусе, когда уничтожил лорда Некронов. Удар должен был оказаться для Тула смертельным. Похоже, объяснить то, что он выжил, можно только его яростным упорством. Он всегда отрицал заслугу убийства Некрона. Говорил, что это сделал Микелий. Но те из нас, кто был рядом, видели, что Микелий в то время уже обессилел от ран. Капитану Тулу нравилось, когда его люди добивались успеха. Думаю, это ему нравилось больше всего в его работе.